Всем привет! Этот видос посвящен способам реализации выходов 1 на 1 с вратарем FIFA 23. В ролике представлены как простые и эффективные варианты реализации таких моментов, так и сложные и малоэффективные, но которые можно использовать из эстетических соображений либо для случаев, когда хочется понтануться, показать свой скилл сопернику, произвести на него впечатление и тем самым, возможно, сломить его волю к дальнейшему сопротивлению. Приятного просмотра!